Пятница. Приветствую всех любителей старой винтажной аудиотехники. С вами канал Доктор Тейп и Алексей. У нас сегодня в профилактике, в обзоре один из самых культовых и узнаваемых аппаратов от компании Sharp GF305SB. Аппарат прибыл от подписчика с далекой Камчатки. В очень хорошем косметическом состоянии. Владелец этого аппарата постарался по поводу косметики. И, как говорится, у каждого мужчины должна быть любимая игрушка. И я так думаю, что она как раз и есть. Итак, что это за аппарат? Аппарат GF305 сделан для внутреннего японского рынка в далеком 78 году. Стоимость на то время составляла $380. Вес этого аппарата почти 8 килограмм. С очень хорошими заявленными характеристиками можно сказать, что это переносной хай-фай. Мощность, которую выдают эти прекрасные динамики, 2 по 6 ватта. Как видите, снизу у нас поставлены 16-сантиметровые светлые динамики и 5-сантиметровые твиттеры. Производитель также заявляет, что диапазон записываемых частот на пленке хромоксид от 50 до 15 кГц. Это очень хорошие характеристики, можно сказать, шикарные на то время 78 года, и в то время мало было аппаратов, которые могли похвалиться данными характеристиками. Мы, конечно, послушаем в конце и обсудим звучание этого аппарата, потому что компания Sharp очень сильно работала по внешнему оформлению своих аппаратов, но иногда характеристики оставались на втором плане. Так ли это, мы, конечно, все это дело в конце обсудим. И, как всегда, риторический вопрос в интернете. Это аналог Sharp GF9191, либо это 9292? Ну, я вам хочу сказать, что это ни то, ни другое, хотя из этой серии. Дело в том, что на Sharp 9191 действительно использовались индикаторы стрелочные, но на Sharp 9292 здесь уже стоят светодиодные индикаторы. Оформление пищалок у нас на 9191 очень простенькие, как на 9090, а вот 9292 уже точно такие же стояли. Такие полуквадратные блестящие ободки. Но нижние они сделали именно для этой модели, потому что у 9292 совершенно другие. Они похожи, но нет надписи 16-сантиметровый низкочастотный динамик и 5-сантиметровый твиттер. То есть здесь снизу находится надпись. Кроме того, 9292 сеточка покрашена серебристым цветом. То есть отличие, в принципе, есть. Вот. Но, конечно же, диапазон у аппаратов внутреннего рынка, как обычно, их два. АМ и ФМ. Здесь расширенный диапазон от 76 до 108 мегагерц. Ну и, естественно, АМ от 53 до 160 кГц. Ну и также отличие по надписям. Здесь, конечно, все надписи на иероглифах. Европейские и азиатские модели были на английском языке. Наверное, это все отличия. Мы по эргономике сейчас пройдемся. Хотелось поговорить про основные болезни этих аппаратов. Основная болезнь именно вот 90-й серии, так же как и 60-й серии, это текущие ролики. То есть на том валу находится ролик, который, значит, передает вращение шестерен на подматывающий ролик. Он, как обычно, растекается от времени. Был сделан из какого-то состава, подобного силикону, и они полностью растекаются, там все в черноте. Но на сегодня уже все научились их менять. Но на сегодняшний день это не проблема, все это меняется. И еще основная проблема этих аппаратов – это проблема регуляторов. Дело в том, что регуляторы перестают работать, полностью пропадает звук из-за того, что лепестки рассыпаются, которые ездят по резистентному слою самих переменных резисторов. Ко мне уже попадали такие аппараты. Это все тоже лечится, либо
замена, если есть аналогичный переменный резистор, либо, значит, приходится иногда что-то мудрить, но результат один. Все исправно работает и надолго. Такие основные болезни у этих аппаратов. Исполнялся он также в двух цветах. Был серебристый цвет и вот такой вот, как заявляет производитель, серо-коричневый, но сказал бы, что это больше темно-серый цвет. Да, очень симпатичный аппарат. Но давайте пройдемся по эргономике. Самый первый включатель – это loudness. Следующий переключатель – это подсветка шкалы и также индикаторов, ну и контроль уровня заряда батареи, ну и можно также настраивать максимальный прием на станции. Ручная регулировка уровня записи, тембр, бас высокие, раздельная громкость левый-правый. Сзади за клавишами нам не видно. Есть кнопка мута, это для записи, чтобы делать паузы. Управление лентопротяжным механизмом, включающий поиск по паузам, по одной паузе в разные стороны. Дальше у нас идет включение. Включение либо тейпа, либо радио. Переключатели диапазонов. Разъем для подключения микрофона, регулировка микрофона, переключатель включения микрофона, микс-мик, далее тип ленты, ну и переключатель моностерео-white. И интересная функция есть у этого регулятора микрофона, что можно поднять вверх, чтобы подключить радиомикрофон. То есть он отключает этот микрофон, включает этот, либо оба сразу, я точно не могу сказать. Это чтобы попеть караоке. Снизу у нас находится регулятор скорость движения ленты. Подобное мы встречали на GVC, вернее даже на Victor M70. Там, значит, есть регулятор, где можно регулировать скорость. Это, скорее всего, сделано для того, чтобы попадать в тональность для караоке. Другого ответа у меня нету. Если кто знает, ответьте. Предназначение этого регулятор я вам не могу сказать, будем в процессе разбираться. На передней панели у нас выведен разъем для подключения винилового проигрывателя, потому что здесь внутри встроен фонокорректор для того, чтобы записывать либо слушать любимые свои пластинки. Ну и сбоку, как обычно, находится ручка настройки на радио. Да, и еще хотел добавить, эджект здесь без микролифта, то есть крышка, она просто падает. Ну, на 78-й год это было нормально. Ну, единственное, могу добавить. На передней панели, кроме индикаторов и шкалы тюнера, еще есть светодиодики. Здесь вот как раз включение микрофона, FM-микрофона, то есть когда мы поднимаем эту ручку вверх. Потом, значит, включаем миксинг. То есть микрофон и параллельно треки какие-то. FM стерео. Ну и, конечно, поиск по паузам в разные стороны. Два светодиода. Ну, теперь, наверное, все. Ну и давайте начнем его разбирать. Нам предстоит сделать полную профилактику лентопротяжных механизмов. Ну и также показать вам, как устроен этот аппарат. И в конце обязательно обсудим его техническое состояние, ну и также послушаем его. Итак, передняя крышка снята, и, в принципе, у нас открылся доступ ко всему аппарату. И я не сказал о неисправностях этого аппарата. Дело в том, что у него не работает функция поиска по паузам. Давайте сейчас продемонстрирую этот момент.
как видно, музыка пошла. Включаем поиск по паузе. Ну, ничего не происходит. И еще. Владелец этого аппарата прислал ролики, прижимной ролик и ролик, который у нас идет, сидит на том валу, силиконовый ролик, можно сказать, вечный, чтобы его поменять. Это что касаемо кинематики. Ну и, конечно, владелец хотел сделать подсветку светодиодную на постоянной основе. Конечно, посмотрим, все это сделаем. Как это будет выглядеть, потом тоже увидим. И подсветку шкалы. Но подсветка шкалы, конечно, здесь сделать что-то, намудрить можно, но я считаю, что лучше оставить такая, как есть. Потому что в любом случае вся шкала просвечиваться не будет. Но у лампочек есть такая функция, даже не функция, а работа лампы самой. Светить на 360 градусов, то есть свет равномерно распределяется по всему периметру, поэтому идет подсветка как бы по всей шкале. У светодиода свет направленный, то есть идет только из центральной части, поэтому что-то либо сделать с подсветкой шкалы, конечно, надо будет подумать. Вот, а значит, по радиоприемнику. Здесь работ никаких нет, радио принимает очень уверенно, стерео FM работает, станция принимает. Значит, здесь по микросхемам, по конденсаторам, значит, мы проверим их утечку на усилителе мощности. Ну и, в принципе, наверное, все. Ну, как видите, аппарат чистый, владелец позаботился о его чистоте, даже поменял пасеки, которые, значит, смог здесь поменять. Но я так понял, что целиком лентопротяжный механизм не снимался, поэтому нам предстоит его снять, поменять ролики, разобраться с функцией APSS, почему у нас не ищет паузы. Ну и делать подсветку. Все, поехали. Снят лентопротяжный механизм, достаточно открутить 4 самореза и отсоединить 3 разъема. Но хочу вам сказать, что плата, сама основная плата, да, со всеми дополнительными, она находится полностью на шасси. То есть достаточно тоже открутить здесь, сейчас не помню, порядком 4 саморезов, и можно вытащить полностью целиком плату. За исключением трансформатора все можно вытащить и ремонтировать. Так, ну, нас интересует лентопротяжный механизм. Ну и сразу меня вот удивило, что здесь вот следы ржавчины. И здесь тоже. Ну, это мы почистим и, конечно же, уберем. Чтобы поменять пасек и ролик, достаточно открутить 4 самореза, и снимется верхняя, значит, плита, которая держит маховик. Ну и дальше я вам покажу все.
чтобы снять маховик с тонвалом, нужно снять вот этот небольшой меховичок, который, значит, системой автостопа завязан. Но он очень сидит плотно на тонвалу, поэтому здесь особая аккуратность, потому что он может лопнуть, потому что уже подсохший. Поэтому очень внимательно нужно снимать. С трудом вытащил тонвал. Дело в том, что здесь стояла какая-то краболитовая, не знаю, пластмассовая втулка, которая очень плотно сидела на валу, и я еле это все дело вытащил. Никогда не ставьте ни пластмассовые, ни из твердого материала какие-то втулки, особенно чтобы они запрессовались туда. Это неправильно. Дело в том, что она должна быть мягкая, потому что она соприкасается с частью идлера, подматывающего, который идет на подматывающий ролик. И здесь идлер, он, конечно же, из резины, должен обязательно соединяться с резиной для того, чтобы максимально передавалось вращение на ролик. А это будет давать проскальзывание, и в определенный момент не сработает автостоп или еще что-нибудь. Так что это неправильно. Ну и хотелось как раз вот поговорить, пока у нас все снято, об этом ролике и чем его заменить. Ну смотрите, значит, внутренний, то есть диаметр тонвала порядка 2,5 мм. То есть получается, что ролик должен внутренний диаметр иметь 2 мм. Наружный диаметр ролика 5 мм. Высота порядка 7 мм. Из чего его можно сделать? Сейчас в интернете очень много материала, который пригоден для изготовления этих роликов. Это шланги. На AliExpress их в достаточном количестве. Они и резиновые есть, и силиконовые. То есть их достаточное количество. Всех диаметров, всех размеров достаточно отрезать 7 мм. И вот вам готовый ролик. Он эластичный. Он хорошо будет сопрягаться с идлером. И максимально передавать вращающее движение. Кроме того, это вечно.
Ну, профилактика лентопротяжного механизма у нас закончена. Там все исправно. Проверил соленоид, обрыва нет. И теперь мы переходим к поиску неисправности системы АППС. То есть нам нужно будет посмотреть этот операционник и 4 транзистора, которые работают на управлении соленоида. Сервис-мануал очень подробно рассказано про эту функцию данной графики, поэтому начнем поиск. Итак, разобрался я с проблемами системы поиска по паузам. Давайте сейчас продемонстрирую. Там сейчас играет кассета в режиме play. Нажимаем. У нас заморгал светодиод, показывающий, что поиск у нас происходит в левую сторону. Ну и вот, конечно, все. Он шел в паузу. И вот сейчас музыка заиграла. Ну и также в другую сторону. Он опять нашел. Давайте подольше найдем. Ну, причин было, конечно, поиски достаточно. Сейчас я вам покажу схему. Как я говорил, в мануале очень много информации по поводу. Вот опять заиграла музыка. Вот, я сейчас вам покажу. Вот, смотрите, схема. Дело в том, что операционный усилитель, он начинает работать в режиме как раз нажатия клавиш. Под этими клавишами находится микропереключатель, который работает в трех. У них три функции, сейчас вам расскажу. Первая функция – это подача питания на операционный усилитель. Вторая функция – от этого же питания идет на включение режима мута, чтобы громкость во время ускоренной перемотки была тише. Ну и третий режим вот на этой плате, где находятся светодиоды и как раз микропереключатель. Вот он раз и два микропереключателя под клавишами. Они запускают... Здесь стоит двухтактный генератор, который индицирует режим включения поиска по паузам. Ну и как я сказал, что во время включения режима включается режим муты. Вот этот зеленый проводочек, который идет на плату туда дальше, это вот как раз идет от лентопротяжного механизма. Здесь еще есть с обратной стороны лентопротяжки микрик. Он также работает на муты при перемотках. Ну, то есть в любом режиме работает либо поиск по паузам, либо, значит, при перемотках он включает режим муты. Вот такая система. Ну и дальше, значит, что касаемо поиска неисправности, я говорил вам, здесь вот на диаграммах показаны все режимы, значит, сигнал, который приходит у нас с головки, дальше он усиливается, потом он из аналогового сигнала преобразуется дискретный, выделяется сигнал пауза, который идет уже на включение соленоида. Совсем пришлось разобраться, сейчас все работает. Ну и также хотел вам сказать, что модели для японского внутреннего рынка, да, они, конечно же, всегда сопровождались определенными дополнительными функциями. Как я говорил, есть функция подстройки, изменение скорости движения ленты. И второй регулятор – это у нас режим эхо при включенном микрофоне. И кроме того, эти модели для японского рынка, да, вот они были, на них были установлены двигатели с подстройкой частоты вращения двигателя. На моделях от 90-90 до 94-94 стояли двигатели без регулировки. Это, конечно, вот удобно, когда есть регулятор подстройки вращения двигателя. Всегда можно подстроить по тестовой кассете скорость движения ленты.
Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. У нас, получается, все функции сейчас на этом аппарате работают. Осталось по просьбе владельца этой большой игрушки поставить светодиоды. Значит, я сюда поставлю желтые светодиоды, которые будут включаться на постоянку в режиме воспроизведения звука. Эту лампочку, которая, значит, идет с завода, в этом режиме оставлять нельзя. Она может, конечно, поплавить, поэтому мы поставим сюда два светодиода, которые будут снизу подсвечивать у нас индикаторы. Ну и также решим проблему с подсветкой шкалы. Все увидите. Все, начинаем. Подсветка сделана. Как видите, поставил два светодиода вместо одной лампочки на свое родное место. И здесь также поставил два светодиода вместо одной лампочки. Ну, изменил, конечно, схему подключения. Сейчас мы посмотрим, как подсвечивает. Ну и заодно выставим скорость движения ленты. У нас тестовая кассета. Стоит программа. Итак, скорость чуть меньше. Ну, где-то так. Ну и вот у нас подсветка, как вы видите. Зеленым подсвечивается тюнер. И желтым у нас подсвечиваются индикаторы. Все, начинаем собирать его и встречаемся на столе. Да, я вам не показал еще динамики, которые установлены. Это родные шарповские динамики, 16-сантиметровые, 4-омные. Минимальная и номинальная мощность на 16-сантиметровых не указана. А вот на 5-сантиметровых твиттеров указано 4 Ома 10 Ватт. Но они сделаны больше как по принципу высокочастотных и среднечастотных. Дело в том, что вот я немножко здесь доработал, да, здесь были отверстия. Я их убрал, чтобы не было внешнего давления от низкочастотного динамика. Иначе немножко задавливает высокие частоты. Посмотрим по звуку, как это отразится. Ну, вот такие вот динамики здесь установлены. Свои родные. 4-омные низкочастотные и 4-омные высокочастотные. Все, дальше собираем. Ну вот аппарат на столе, и пришло время поговорить о нем. Вы все видели работы, которые были произведены на этом культовом аппарате. Это замена ролика на подмотку, смазка, ревизия всех шестерен, идлеров, пасиков, ну и также настройка скорости. Дальше работы у нас были по поиску неисправности системы АПСС, поиска фонограмм по паузам. Также я все показал вам. Дальше было, значит, замена подсветки на светодиоды и изменение схемы подключения подсветки. Ну и в конце, конечно, я показал про динамики и, конечно, произвел небольшие изменения для того, чтобы немножко сделать звук повкуснее. В итоге, что можно сказать про этот аппарат? Аппарат красивый, как и все аппараты семейства Sharp. Дизайнеры и маркетологи очень скрупулезно относились к внешнему виду и функциональности этих аппаратов, но кое-где, конечно, Sharp проигрывал в основном звуком. Можно, конечно, поспорить по поводу звучания акустических систем, вернее динамиков аппаратов семейства Sharp, но это не первый аппарат с 16 динамиками, где звук низкочастотных динамиков, конечно, проигрывает. В целом звучание
ровная по всему диапазону, но низов немного не хватает. Ну а в целом хочу добавить, что действительно это один из культовых аппаратов семейства Sharp, который достоин занять место в числе коллекционных экспонатов. В целом хотел подытожить. Аппарат сделан надежно. Sharp всегда отличались очень качественным, чувствительным приемом. Лентопротяжный механизм, полностью своя разработка, надежная. Я думаю, что шестеренки, пасеки, все настолько надежно, что в целом это технологичный механизм. Автостоп сделан качельного типа, поиск по паузам отключается соленоидом. Целый механизм очень серьезно и продуманно, который ставился именно на аппараты этого семейства. Ну давайте теперь его послушаем, как он звучит. Начнем, конечно, с радио. Сейчас опущу камеру. Итак, начнем. Топ-хит. Маруся FM. Сила от возможного нападения со стороны России. Потому что качели. Будем танцевать. Попадай тут. Вот за. Пишем разговор. Ну, в принципе, местные станции все отработаны. Послушаем более качественную запись на кассете. Всем пока, до нового видео.